Да. А что тут без маски? Без маски? Да, а мне не выдадут. Нет? А вы дадите маску? У нас на входе есть торговый зал маски. Ну, мне не предлагают. Ну, ваш охранник стоял, он не спросил у меня маску. Да? Да, это независимо от того, сказали, не сказали. Когда заходит в торговый центр, необходимо одеть маску. Хорошо, сейчас один. Так, или что? Сотрудники составляют протокол об отсутствии маски. Ну, или покиньте, или что? Или оденьте маску. Сейчас оденем. Одевайте. Всем привет, вы на канале Против Лома. И сегодня мы проинспектируем цены в магазинах и в полке. Посмотрим, что есть. Потому что в связи с кризисной ситуацией, возникшей на данный момент, сейчас поговаривают, что нету сахара, нету соли, нету гречки на прилавках. Сегодня мы зайдем в магазин. Это будет Европа, гипермаркет. В втором магазине будет Горки. Посмотрим цены, какие они были докризисные, какие сейчас в связи с санкциями цены. Есть ли товар, нету товара на полках. Поэтому смотрите. Европа, Горки. Сейчас посмотрим, если это возможно будет поснимать, но в связи с законом, вышедшим 1 января 2022 года, снимать можно в любом магазине и вообще все можно снимать, в принципе. Поэтому давайте посмотрим. Все, погнали. Вот порошки, все есть. О, сахар. Здесь 1 847 рублей сахар. 5 429. Охренеть цена. Лук 23 со скидкой. Картофель 35 рублей. Картофель розовый 45. Яблоки 60. Апельсины 99, мандарины 144-145. Яблоки 57, яблоки Golden 110, яблоки Джона Гаррет 82. Курма 145. Ну, сахар есть. Ну, цена что-то большая. Это получается по 100 рублей идет за килограмм сахара. Грейпфрут 204. Апельсины 100. Мандарины 145. Яблоко 90. Яблоко Бордо 100. Яблоко Семеренко 70. О, карп живой 310. Макароны Макфа 80. Ну, так, что тут у нас? Килька 70, а 84 без акции. Шпроты Барс
120, шпроты рыбный мир 70, 134, 69 сайра. Но оно как 69-70. Цены вскочили в разы. А, о, корм кошачий. 21 рубль. Нормально. Вискас. Не, ну на корм еще так. Есть по акции Феликс 17. Вот здесь Фрискис 12 рублей. Нормально. О, 11 даже есть. Корм для кошек Лапка называется. 11 рублей. Вот еще 11. С говядиной. А это с кроликом. Нормально. Так, тут товары для дома, посуда, игрушки. Ну, в принципе, все есть. Рыба подорожала, сахар подорожал. Рыба, сахар и что? И фрукты немного подорожали. Ну, а так, в принципе, еще цены пока держатся. Но это еще раз, пока. Это середина марта еще только. Сравнить потом в апреле, какие будут, или в мае. Так, ладно, сейчас пойдем хлеб посмотрим. Еще какие-нибудь продукты. А, овощи. Типа капуста, кукуруза, вот что-то такого плана. Погнали. Вот сахар. Сколько тут грамм? 900-граммовый. 75, был по 54. По 54 был, да? Ну, где-то по 50 был. На 25 рублей вырос. Крупы есть. Вот сахар 69 тут есть. Но это 800 грамм. Чей он? Вот он, европовский сахар по 75 рублей за 900 грамм. Сейчас скажу, чей. Курск. А по 69 за 800. Курск. Соль, где она, соль? А вот соль есть. 64. Ну, это такой калий, магний, йод. Для сердца типа. А простая соль. А простой. Вот тут такой нафасованный сахар есть еще. Вот такой пакет будет 380 рублей. Сколько вес? Смята. Ценник. Кусковой сахар. Вот по 75 сахар песок, 76, макароны 900 грамм, буравчик 140, по 140. О, да, консервы взлетели дико. Ну и макароны тоже. 80 рублей. Это вообще 400 грамм 45. Ну, приправы также 21, 24, 21. Всякие. А вот макароны. Не, ну есть по скидке. А, ну они 60 без скидки.
Ну вот Макфа, короче, по ним надо ориентироваться, 80 рублей. Вот. Икра кабачковая 60, перец Ваня 129. Так. Свекла 38, лук 150, лук 60. Такие цены. Чеснок вообще 400, блин. Охереть. О, бондюэль кукуруза 150. Хайнц 90 минут по акции. Капуста 104. Да, картошечка какая-то квеленькая. Грибы. Шампиньоны. 230 рублей. И вот есть 264, но это по акции, без акции 329. О, опята. Сорок пять такая картоха. Перец 450, помидоры 290, томат тепличный 260, томат бакинский вес 354, вот такие, капуста 90, молодая, и огурец 209. Баклажан 240. Ну, в принципе, такие дела. Но цены выросли. Авокадо 144. А, это манго. 144 манго. Авокадо 154 за кило. Киви 200. А нет, это ананас 200. А киви почем? А киви тоже 200. 199. Абрам Дюрсо 360 без акции 459. Да. Без маски? А мне не выдали. Нет? А выдадите маску? У нас на входе есть торговый зал маску. Но мне не предлагают. Ну, ваш охранник стоял, он не спросил у меня маску. Ну, вы должны знать, это закон о Росгвардии. Да? Да, это независимо от того, сказали, не сказали. Когда заходите в торговый центр, необходимо одеть маску. Хорошо, сейчас одень. Мы не покинемся в торговый центр, чтобы мы полицию не вызывали. Так, или что? Сотрудники составляют протокол за отсутствие маски. Ну, или покиньте, или что? Или оденьте маску. Сейчас оденем. Одевайте. Пойду маску одену. Вот так вот. Маску.
Обязательно. Сейчас оденем маску и продолжим. Ну, может быть, уже из горок. Так, яйца куриные 97, перепелиные 114, 84 яйцо куриное, 89, 99. Ну, в общем, яйца пока есть. Лето, яйца 124. Ну, мазик такие же цены. Хотя нет, уже тоже по 144. Сметана 79. Ну, 80. 69. Ну, в общем, что-то подорожало, что-то так же. Но это пока середина марта, опять-таки. В общем, молочка немного подорожала, процентов на 15, может. Может, на 10. Все, ладно, погнали в горки. Горки. Освежитель Airwick 184R. Ну, тут игрушки, бытовая. Гели. Акс. Так, а где палмолив? Вот такой. Сейчас. Акс. Марсель. О, палмолив. 117 рублей. Вот. Шампунь Head and Shoulders. Скоро не будет, кстати. Запретили. Ушли с рынка Head and Shoulders. Порошок. 67-89. Мыло 28. Ну, пока по бытовой химии нормально. Мыло 15 рублей вот такое. Паста 42 Colgate. По 42 рубля. О, жемчуг. 52. Чуть-чуть, наверное, подорожал. Где-то был в районе 44. Вот жемчуг 45. А, вот он. Нормально. Так, что тут, салфетки? А, нет, косметические палочки. Салфетки 35. Такие. Семь шесть эконом. О. Смарт эконом. Такие вообще 8.50. Нормально. Это горки. Еще раз. Консервы 34, 22 паштет. Паштет, а это паштеты 34, 22. Вот 22 рубля говядина. Ну, в принципе, еще ничего, цены нормально. Паштет, паштеты, сардина, горбуша 109. Фрикадельки 27. Такие. А где масло у них, интересно? Подсолнечное. А кукуруза 35. Вот такая. Кто производитель? Так, сейчас. Изготовитель
контроля летополя Российской Федерации, Белгородская область. Вот такая 41. Тоже Белгород. Крупа ячней, ячневая, 25-50. 25-50. Пшено 33 рубля. Пачка 800 грамм. Опять. А, ячменная вот эта уже. 28. Перловая. Арис. О, рис 45. За 0,8. Смотрите, 0,8. Уже не 0,9, 0,8. 45. Рис. Ну, БПшки. 13, 17, 50. Ролтон 17,50. Рис 44. 800 грамм. Понятно. О, макароны. Лапша или что это? Макаронное изделие 44,50. Вот такие вермишель. 0,9. Супы по 15, по 12. Вот такие 129 макарон. Лапша яичная. Макфа 52. Ну вот так, 59 вот эти. Лапша яичная. А, во, простые есть. Бекинские. Пятьдесят девять. Вот такие маленькие. Сколько вес? Так, 450 грамм. 64. Здесь бабочка 64 за 350 грамм. Ну, макарон подорожали. Сладости. Ну, в общем, итог такой, что есть повышение цен, но не такое, процентов на 15. В основном макароны, масло, сахар повысилось. Крупы, в принципе, на той же позиции. Но гречки я не вижу. Вот 59 макароны такие. За 450 грамм. 64. Хуя. Макаронные изделия, грибочки. Три цвета. Ну, вот обычные 54 рубля. И эти 54 такие спиральки. А вес 400 грамм. Ладно, сейчас масло еще подсолнечное. В принципе, повышение цен где-то процентов на 15. Что в горках, что в Европе. Но есть все. Печенье 50 рублей. Такие. Звездочки Космостарс 112. Мука 76. А сколько вес? 2 килограмма 76 рублей. Нормально. Вот 2 килограмма. 2 килограмма. Муки до хрена. И чё говорили, муки нет, килограмм 39.
Короче, есть и много. Спираль 58, 450 грамм. Вот масла много. Сколько ящиков? Производитель кто? Какой-то импортный. Вот пельмени. Это манты. Килограмм 108. Нормально. О, элика нормальная с говядиной 140. Килограмм. Так, укроп 285 килограмм, яблоки. Ну, такие они все. 45 рублей килограмм, ну, посмотрите. Вот, все с дефектом. Полный пиздец. Вот. Морковка 31 рубль килограмм. О, здесь киви дешевле, 180 килограмм. На этом были в Европе 200. Лаваш. Хлеб где у них? Почем? Что-то на хлеб цен нет. Склад. Что? А хлеб догадайся сам. А, вон они все ценники. Ну их там до хрена. Ну, в общем, подорожание процентов на 15. Но все продукты есть, только сахар не вижу. Но в Европе был. Ну вот такие цены как бы. В общем, вот так. Это было из горок. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи.